Чебоксарах завершено расследование уголовного дела о сбытии наркотиков. На скамью подсудимых отправились 3 человека. По версии следствия, 2 парней и 1 девушка работали на интернет-магазин, который занимался продажей запрещенных средств. Об этом сюжет наших коллег из пресс-службы МВД Чувашии. В июне прошлого года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии задержали молодую пару. Тогда в ходе личного досмотра и обыска съемной квартиры в Новочебоксарске, где проживали задержанные, полицейские изъяли 1,5 килограмма так называемой синтетики. Наркотические средства сбывались на территории города Чебоксары и города Новочебоксарска Чувашской Республики в условиях конспирации. В ходе предварительного расследования установлена причастность указанных лиц к 30 эпизодам покушения на сбыт наркотических средств. По версии следствия, 25-летняя уроженка Республики Коми и 24-летний чебоксарец занялись криминальным бизнесом в феврале прошлого года. Фигуранты работали через интернет-магазин, забирали оптовые партии, фасовали и разносили ядовитое зелье. Однако спустя некоторое время сами начали варить в квартире синтетические наркотики. В ходе предварительного расследования был также задержан еще один молодой человек. Данное лицо работало на указанный интернет-магазин в условиях анонимности. Однако это не помешало установить причастность данного лица к 12 фактам покушения на сбыт наркотических средств. Расследование длилось около 10 месяцев. Были установлены свидетели, проведено свыше 40 экспертиз. На время следствия в отношении 2 фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один находился под подпиской о невыезде. В настоящее время участники группы ожидают вердикт суда. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.